Телекомпания «ВИТ» представляет. Мы очень рады, что вы удобно устроились у экранов своих телевизоров, хотя трех постоянных зрителей нашего шоу я почему-то не вижу, но они отсутствуют по уважительной причине. Сегодня они стали участниками нашей программы. Мы начинаем сегодня с нами здесь эстрадный оркестр под управлением Александра Евмененко. И, конечно же, те самые люди, о которых я говорил, отсутствующие, присутствующие участники нашего шоу. Добро пожаловать занимать ваши игровые места. Начинаем нашу сегодняшнюю программу. Здравствуйте, как добрались? В дороге не укачивало? Нет. Нет. Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Мы очень рады, что вы в прекрасном настроении. Мы очень рады, что вы планируете отобрать у нас немыслимые деньги. Давайте с вами познакомимся. Участник под номером один Михаил Гилев. Исполнительный директор фирмы, не теряя чувства юмора, даже когда в автосервисе пропадает его машина. Михаил Гилев. Участница под номером два Ольга Пашкова. Оператор-консультант, творческая личность, с легкостью может придумать наряд даже для селедки, заботливо укрыв ее шубой. Ольга Пашкова. И третий участник Александр Кузьмичев. Возможно, станет кладоискателем, так как врожденное везение и установка на удачу помогают находить на улице крупные денежные суммы. Александр Кузьмичев. Михаил, а какой автомобиль пропал у вас в сервисе? Audi A4. Хороший, дорогой. Он не пропал, он отъехал, потом нашелся. Потом нашелся. Но вы все-таки какой-то материальный убыток понесли, да? К счастью, нет, наоборот, приобрел полный бак бензина. Ну что ж, судьба иногда преподносит нам приятные сюрпризы. Надеюсь, что участие в нашей программе для всех участников будет большим приятным приключением. Выбирайте категорию. Семейный альбом, миллениум хит из репертуара Леонида Утесова. Мужчины, прошу вас, Михаил. Мужчина. Мужчины. Это мы, красавцы, орлы, герои. Нота, в которой бы вы хотели сыграть? Номер раз. Номер раз. Ее цена 500 рублей. Не так много. Хотелось бы, конечно, побольше. Тем более, это наша категория. Слушаем музыку. Александр Первый, да? Ваше благородие. Госпожа Разлука, Разлука. Засчитана. Отлично. Начало игре положено. Александр, выбирайте. Продолжим эту категорию мужчины, вторую ноту. Ольга, вам удобно в этой категории? Знаете эти, знаете эти мелодии? Итак, нота номер два, 1250, уже лучше, слушаем. Михаил. Как-то мать меня однажды на войну провожала. Как родная меня мать провожала. Убираем мусорные слова и засчитываем ответ как верный, да. Оля, теперь ждем только вас, потому что ваши соперники уже угадали по одной мелодии. Михаил, выбирайте. Продолжим номер три. Нота номер три в категории «Мужчины». Слушаем. Уверен, не угадаю. Но это такая жидкость, ее нельзя пить стаканами, нельзя пить кружками. Из пипетки по капельке. Кап-кап-кап-кап. Да, Александр? Если я не ошибаюсь, там что-то про кавалеристов. Зачем вы нажали на эту кнопку? Или давайте правильный ответ, потому что, знаете, ну там, конечно, категория мужчины. Мужчины либо кавалеристы, либо пылкие любовники. Можно сказать, что там про кавалеристов и пылких любовников, что, в общем-то, будет правильно. Но это не ответ. Раз, два, нет, тогда не три. Отвечаю. «Капли датского короля», так называлась эта мелодия. К сожалению, вы ее не угадали. Две мелодии во вне игры. Ну что же, Оля, вот он наш звездный час. Ну, пусть будет «Миллениум хит». Пусть будет «Миллениум хит». Отличная категория, известные песни, нота. Три. Третья. Слушаем. Да. «Полковнику никто не пишет». «Полковнику никто не пишет», угадано. Отлично. Поздравляю вас от всей души. Это первая угаданная мелодия вами. Оля, а где аплодисменты зрителей? Поддерживаем нашу участницу. У нее достаточно сильные соперники.
Дорогие друзья, зажгите свет над Александром. Это я обращаюсь к нашим режиссерам по освещению. На этом время первого тура заканчивается. Впереди тур второй. Там-то мы себя покажем, конечно же, на все 100. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые участники. Итак, начало игре положено. Хорошее, интересное начало. Сложные мелодии, иногда легкие. Наши участники набираются опытом, чтобы проявить его во втором туре. Продолжаем наше сегодняшнее шоу. Итак, трое заядлых болельщиков нашей программы оказались на подиуме. И сейчас они будут проявлять себя во втором туре, показывать, насколько они хорошо знают музыку. Вы знаете, по какому-то стечению обстоятельств в первом туре мелодии в основном были недорогой цены, по 500 рубликов большинство, и только Михаил заработал наибольшее количество денег, поэтому вы будете выбирать категорию во втором туре, первую категорию. Виниловый шлягер, хвалебные песни, великолепная лайма, цветные ноты. Давайте попробуем виниловый шлягер. Виниловый шлягер. Итак, песни, которые расходились миллионными тиражами на виниловых пластинках. 1500 стартовая. Слушаем. Михаил. Спасательный круг. Спасательный круг, совершенно верно. Угадано. Отлично. Я не ошибусь, если выскажу предположение, что вы выберете виниловый шлягер. Вашим соперникам тяжеловато в этой категории. А надо знать всю музыку, которую написали наши композиторы. Итак, продолжим. Виниловый шлягер. Следующий. Александр. Благословляю тебя за этот вечер. Благословляю этот вечер. Угадано, да. И не надо воспринимать ведущего как врага. Я же вам помогаю, я же всегда на вашей стороне. Александр, выбирайте. Выберем категорию вот «Великолепная лайма». Какая хорошая категория. Будете выбирать? Да. Слушаем музыку. Александр. И там все так, крест-накрест. А, заброшенная таверна. Все двери заколочены в заброшенной таверне, да! Угадано! Оля, я вижу, что вам опять трудновато. Какая бы категория вам подошла наибольшим Цветные образом? Цветные ноты. Какая? Цветные ноты. Александр, мы же галантные мужчины. А что? Мы же джентльмены. Девушка, что хочет выбрать? Цветные ноты. Ну, я думаю, что давайте ставьте. Вы выбираете цветные ноты, да, это ваше да. право. Выбираем, слушаем. Да, Оля, да! Над городом кружатся листья желтые. Листья желтые, угарно, да, естественно, аплодисменты. Александр, спасибо огромное, вы помогли своей сопернице. Это красивый тактичный ход, тактичный поступок. Выбирайте. Цветные ноты. Цветные ноты, следующая мелодия, поехали. Ольга! Ой! Ой! Он крылышками машет, и клюв похож на банан. О, как! Такой. Марабу? Божий тварь такой. Марабу нет? Нет, у марабу прямой клюв, он же аист. А у этого клюв на банан похож. И крылышками он машет. И как его зовут? Олечка. Аист. Классно, тоже прямой клюв. Розовый фламинго, так называлась эта песня. Алена Свиридова, две мелодии вы вне игры. Надеюсь, что эта ошибка не будет фатальной. Михаил, выбирайте. Виниловый шлягер. Да, потому что цветные ноты мы оставим для Олечки, когда она вернется. Виниловый шлягер, слушаем. Александр, да. Спокойно, можно три раза нажать, четыре для уверенности. Ваша мелодия. Это «Червона рута». Нет? То, что вы сделали, это и есть название песни. Потому что сделали вы плохо. И название песни так не должно быть. Но снова я взгляд твой ловлю. Две мелодии вы вне игры. Михаил. Категория «Виниловый номер... шлягер». Причем советую вам дождаться финала музыки, потому что денег будет больше. Слушаем. Только успейте нажать на кнопку. Успейте. Жмите. Что, не знаете мелодии?
Увы. Опаньки. Ча-ча-ча. «Мир без чудес», «Черно-бел», «Черно-бел». Наверняка знаете эту песню, наверняка сейчас вспомнили. Зажигается свет и над Ольгой, и над Александром, потому что время второго тура нашей программы подходит к концу. Было много ошибок. А жалко, что вот одна мелодия прозвучала впустую, потому что можно было забрать 1758 рублей за правильный ответ. Сейчас мы кого-то будем изгонять. Но мы же это будем делать с улыбкой, Ольга, правда? Под аплодисменты всех присутствующих. Оля, спасибо большое. Вы играли очень хорошо, но чуточку слабее, чем ваши соперники. Присоединяйтесь к зрителям нашей программы. Аплодисменты, аплодисменты. Ольга, спасибо за ваше участие. Это было очень здорово. Александр, Михаил, увидимся в третьем туре. Прошу вас, зайдите на поле, уважаемые участники. Нельзя ошибаться во втором туре. Он для этого и создан, чтобы зарабатывать деньги, забирать их у нашей программы, как бы мы ни рыдали по этому поводу. Ничего, мы еще найдем, но собираем. В конце концов, заработаем. Друзья, мы продолжаем наше веселое, яркое, музыкальное, азартное шоу. Естественно, аплодисментами встречаем наших участников. Они появляются в студии. Третий тур вступает в свои права. Прошу вас, занимайте ваши игровые места. Начинаем! Лидером по итогам первых двух туров является Михаил. Михаил, вы начинаете торги после моей подсказки. Песня нестареющих романтиков. Прошу. Я угадаю эту мелодию с 5 нот. А я попробую с 4. Угадывай. Угадывай. Итак, 4 ноты песни нестареющих романтиков. Слушаем. Сердцем не стареть. Главное, ребята, главное сердцем не стареть. Да, совершенно верно. Угадано. 1-0. Подсказка номер 2. Песня «Посвящение возлюбленной странствующего музыканта». На самом деле, можно догадаться, что это за песня. Александр, прошу. Я попробую угадать эту мелодию с 7 нот. А я с 5. Ну, я попробую с 4. Угадывай. Угадывай. Ну, собственно говоря, песня «Посвящение возлюбленной странствующего музыканта». Слушаем 4 ноты. Михаил знает, молчите. Александр, отвечать вам. Может быть, «Странник мой дорогой»? Нет, к сожалению, вы ошиблись, хотя сделали правильный ход. Назвали мелодию навскидку, на удачу. «Луч солнца золотого», «Серенада трубадура» из «Бременских музыкантов». Счет 1-1. Подсказка номер 3. Песня о влиянии зимних осадков на прошлое. Михаил, прошу. Я угадаю эту мелодию 7 нот. Я попробую 6. 5. А я с 4. Угадываю. Ну, как мы это любим. Собственно говоря, торги третий раз завершаются одним и тем же. 4 ноты. Александр будет угадывать песню о влиянии зимних осадков на прошлое. Слушаем. Михаил, честно, знаете? Вот мне кивните. Зимние осадки. Раз, два. Снегопад, снегопад. Не мети мне на косы. Нет. Близко, если но не там, к сожалению. Снег кружится, летает, летает. 2-1. Соберитесь, Александр. У вас был 1 правильный ответ. 2, к сожалению, были неправильных. Михаил, прекрасная тактика. Посмотрим, чем завершатся торги по поводу 4-й подсказки, 4-й мелодии. Песня, в которой родной мегаполис сравнивается со сказочным цветком. Очень внимательно слушайте эту подсказку, запомните ее, теперь торгуйтесь. Я угадаю эту мелодию 7 минут. Я 6. Я с 5. Угадывай. Угадывай. Итак, впервые в третьем туре Михаил будет угадывать песню, в которой родной мегаполис сравнивается со сказочным цветком, и угадывать будет с 5 нот. Слушаем. Раз, два, три. На самом деле нужно было просто эту подсказку сказать другими словами. «Мой белый город, ты цветок из камня». Так называется эта мелодия. Вы ее не угадали, к сожалению. Еще становится 2-2. Итак, внимание, решающее. Хочу сказать сразу, сложная мелодия, потому что угадать ее будет не так легко. Подсказка номер 5. Песня о полночных видениях. Александр, прошу. Ну, я попробую угадать. 7 минут. Угадывай. Угадывай.
Очевидно, я вас напугал, Михаил, фразой, да, о том, что песня сложная для угадывания в третьем туре. Ну, в любом случае, вы восприняли информацию так, как вы желали, отказались от торгов. Песня о полночных видениях. 7 нот. Слушаем. Александр, нужно отвечать. Решающая подсказка. Сейчас решается судьба путевки в суперигру. Раз, два, три. Может, я не уверен. Девочка-видение. К сожалению, нет. Вы ошиблись. Лунный кот. Свет, да, из лужи пьет и пьет. Счет становится 3-2 в пользу Михаила. Александр, всего доброго. Михаил, увидимся в суперигре. Прошу, взойдите на подиум, уважаемые участники. Сложный третий тур, непростой, нелегкий. Тут главное не только знать музыку, но и выбрать правильную тактику. Михаил это сделал, честь ему и хвала. Встретимся с ним в суперфинале. Наступает время финала нашего шоу. Михаил Гилев появляется в студии под аплодисменты всех присутствующих. Встречайте нашего победителя. Он занимает центральное место. Он готов к испытанию. Михаил, помните, в начале шоу я говорил, что, надеюсь, сегодняшняя игра станет для вас приятным сюрпризом. Да. Так оно и оказалось. Но сюрприз пока оценивается в 9921 рубль. Не так много денег. Это не наша вина. Это просто ошибки участников, в том числе и ваши ошибки. Я предлагаю вам увеличить сумму более чем вдвое. Согласитесь, это будет правильно, это будет неплохо. Это будет достойное завершение нашего сегодняшнего шоу. Готовы? Да. Мы желаем победы нашему финалисту Михаил Гилев. Тишина. Начали. Ах, эти глаза напротив. Эти глаза напротив угадано. Есть. Мелодия номер два. А напоследок я скажу. Совершенно верно, угадано. Дальше. Ветер перемен. Он придет, он будет добрый, ласковый. Есть. Четвертое. Много времени потеряли на известной мелодии. Джамайка. Джамайка! Есть, конечно, угадано. Дальше. Что-то там милого не стану. Не стану, правильно. Вот если бы я стал говорить, у меня квартира в центре, у меня шикарная машина, отличная высокооплачиваемая работа, яхта, что это, как это называется? Пропустим. Это действие на букву «Х». Пропустим. Дальше. Да. Без тебя земля... Опустела без тебя земля. Да. Защитная ситуация тяжелая. 2 секунды. Две? Мелодия. Да, 2 секунды. Мелодия номер 7. Кнопку! Пригласите даму танцевать. Дуэт. Она молодая, он молодой. Все они дети гнезда Первого канала. Какой у нас очень известный проект, откуда мы пускаем птенцов таких. Птенцов. А фабрика звезд. Вот она и он, они оттуда, родом оттуда. Они записали очень известную песню. Та-та-та-дам. Та-та-та-ра-та-ра-та. Понимаешь? Есть! Все. Итак, 1 секунда. Одна. Только для того, чтобы вспомнить мотив песни. Кнопка! Слушать милого не стану. Ну вот человеки так говорят, что он вот такой вот, он любит расписать все в розовом цвете. Хвастать милое не стану. И он выигрывает суперигру! Михаил Гилев, аплодисменты! Хвастать, вот было ключевое слово. Мы выиграли, мы сделали это, хотя это нам далось потом и кровью, и седыми волосами пчелки ведущего. Но самое главное, что мы добились того результата, о котором мечтали все телезрители, и, конечно, я ваш покорный слуга. Суперфинал завершился полной победой нашего игрока. Мы прощаемся с вами, оставляем вас наедине с потрясающим дуэтом. Павел Артемьев, Ирина Тонева. Понимаешь? Счастливо, всего доброго.